Во вторник, 19 мая, в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Практически везде пройдет дождь. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов, ночью 8-9 выше 0. В Сызрани облачно, небольшой дождь. Днем плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Ветер северо-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде дождя. Днем плюс 12, ночью 9 градусов выше 0. Северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь. Дневная температура 13 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 56%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.